Узнать, как одевались, чем интересовались и как проводили время женщины 19 и 20 веков, можно в Ростовском областном музее краеведения. Там в честь Международного женского дня открылась выставка «Красавица с обложки». Это совместный проект краеведческого музея и Донской публичной библиотеки. В экспозиции представлены донские журналы о моде, красоте, семье, работе и творчестве. Это как издания конца 19 века, так и выпуски журналов советской эпохи. Если в конце 19 века мы видим журналы мод главным образом, то в 20-е годы они уже формируют другой тип женщины. Женщины-труженицы, женщины-общественницы. И женщины очень далекие от моды. Но тем не менее и женщина-работница, и женщина занята на производстве, в колхозе, она все равно красива. Увидеть раритетные журналы можно в Ростовском областном музее краеведения. Выставка будет работать ежедневно до 31 марта.